Алексея Учителя «Край» будет представлять нашу страну на грядущей церемонии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». События фильма разворачиваются в 1945 году. Роль главного героя, бывшего танкиста Игната, сыграл Владимир Машков. Игнат после войны оказывается в глухом сибирском поселке, где сначала влюбляется в бывшую гувернантку Софью, ее играет Юлия Пересильд, а потом обнаруживает в лесу брошенный паровоз, в котором прячется немка Эльза в исполнении немецкой актрисы Аньорки Штрехель. Ты понимаешь, что теперь тюрьма? Ты ж он приедет, тебя посадят! Съемки фильма, который сам учитель продюсировал вместе с Константином Эрнстом, происходили под Петербургом, в частности на трассе Питер-Псков, которую РЖД ради одного из эпизодов даже согласилась перекрыть на некоторое время. Актерам проект дался тяжело. Машков однажды чуть не утонул. Его унесло течением, когда он переплывал реку. Фильм уже представили на кинофестивале в Торонто, а в российский прокат он выходит 23 сентября. Американская киноакадемия объявит окончательный список номинантов только 25 января 2011 года. Именно тогда станет ясно, вошла ли работа учителя в шорт-лист. Лауреаты будут определены на церемонии, которая состоится в Лос-Анджелесе 27 февраля. Сердце ее послушай! У живого человека сердце стучать должно! Включи. Любить. Ну, кто пальку захотел? Стоять! Выходи! Выходи, сука! Ольга Белик для TV2GO.